Ты занимался музыкой, и один из последних треков вышел летом. Да. Если бы какой-то музыкальный из музыкальных лейблов заинтересовался тобой как артистом, сколько бы стоил твой контракт на год? Ну, я люблю крупные суммы, но думаю, для начала 1 000 000 $2. $2? Да. На полном серьезе? Ну, на полном серьезе. Я хочу сотрудничать только с иностранными лейблами, потому что русская музыка, ну, скажу, не особо радует. А какие иностранные лейблы? Может, ты какой-то назовешь конкретный? G-Unit, не знаю, существует еще до сих пор, Best of Records, допустим. Какой еще из лейблов? ASAP Mob есть такой лейбл тоже. Не знаю, разные, типа, мне со всеми типа, интересно работать. Но как будто бы если Дезро предложил бы, то пошел бы туда. Ну а если бы тебе предложил кто-нибудь, не знаю, из русских, Black Star, Газголдер, там, Black что-нибудь Star, в этом роде? Я против русского рэпа, просто не люблю все однотипные. Ага. В русском рэпе всегда так, то, что если один трек заходит, все стараются делать более-менее пародию. Взять, допустим, ту же самую самку, которая просто перебила некоторые треки Cardi B. Ну, смысл только слушать. То есть ни за какую сумму в русский лейбл ты бы не согласился? Тут даже дело не в деньгах, дело в интересе скорее, вот так вот. Интереса у меня, ну так, соу-соу.